равно все зависит от того, кто является собственником акций. Поскольку при акционировании в ГУПов наших предполагалось, что 100% акций будет у государства, то по большому нет разницы, в ГУП это или акционерное общество. Ну, так и стратегически. Поэтому я думаю, что все зависит еще от поставленных менеджеров. И это видно по ГУПам и по акционерным обществам, где эффективный менеджер, там и эффективно функционирует предприятие.